История с счастливым концом. Недавно мы показывали сюжет о том, как несколько школьников вызвались красить храм. Буквально за несколько дней фундамент храма преобразился и стал ярче. Для одного из ребят доброе дело закончилось крещением. Обряд проводил лично глава Наринмарской и Мезенской епархии владыка Иаков. «Делай добро, и оно к тебе вернется». В этом убедился Ваня Малеев, ученик 7 класса первой школы. В начале августа несколько ребят добровольно вызвались красить фундамент храма Преображения. Каждый день с кистями в руках по нескольку часов они проводили за работой. Спустя 3 дня результат был налицо. Владыка Иаков пришел к ребятам поблагодарить их за труд и выяснил интересные обстоятельства. И когда я с ними разговаривался, хотя это заняло минуту-две, я вдруг обнаружил, что двое из них не крещены. Вот один из них – Иван. И с Божьей помощью родители были согласны, что Иван примет крещение. Я усматриваю в этом просто промысл Божий. Так Ваню решили крестить. Глава Наринмарской и Мезенской епархии обряд посвящения в православии проводил лично. Как заметил владыка, день крещения совпал с православным праздником – днем святого мученика Иоанна Воина. В честь него и нарекли крещенного. Во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святаго Духа, аминь. По словам Вани, креститься он хотел давно. И пусть смысл православия он понимает не до конца, постигать основы духовной жизни он готов. Ведь у него еще есть сестра и друзья, с которыми бы он хотел ходить в храм. Буду в церковь ходить почаще, в воскресную школу буду там. Вот. Владыка говорил, что морское дело какое-то открывается, вот туда буду ходить. Служители храма отвечают, что желающих креститься и венчаться в городе становится все больше. И с каждым человеком, пришедшим на службу, наш город становится сильнее и светлее. Валентина Чибичик, Николай Таратин и Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».